Ставим на задние колеса. Так, вот сейчас я. Да, она будет в шоке просто. Она хорошая. Значит, смотрите, на холодную, когда заводим, здесь у вас внизу есть заслонка. Ее поднимаете вверх. Где она там у нас? Вот она, да. Поворачиваете ключ. И на стартер. Стартер у вас вот красная кнопка. Завели. И опускаете эту заслонку. Сейчас он немножко поработает, чтобы погрелся. Значит, смотрите, здесь у вас ограничитель скорости. Чистая механика. Закручиваете винт, меньше давит на газульку, медленнее едет. Это аварийная чека на руку. Одевается. Ну, это глушилка, соответственно. Это родительский контроль. Значит, родительский контроль. Видите, куда-то не туда едет открытый замок. Нажимаете, он заглох. Два раза на молнию, он заводится. Значит, это глушилка тоже. Значит, если вы вот так вот заглушите его, то он не заведется. Глушилку обязательно возвращайте назад. Вот. Что еще? Ну и что, соответственно, чтобы поехать вперед. Лапку вперед, у вас сейчас горит лампочка, зеленая нейтралка. Нажимаете лапку вперед, все гаснет. Это значит, что он поедет вперед. Лапку назад, еще раз назад, зажигается красная, значит, это задняя скорость. Значит, пару баков откатаете, надо будет поменять масло. Снизу сливная пробка, сливается масло. Вот здесь вот. Здесь у вас находится щуп. Но обычно тут делают дырку, чтобы заливать масло через щуп, чтобы не снимать подножку. Нет, это сигналка, но она обычно, да. Ее можно сюда, можно вот сюда вот куда-нибудь ее прилепить, чтобы она не мешалась. Да, понял. Вот. Что еще? Покатаетесь немножко, надо будет подтянуть все эти соединения болтовые, чтобы все встанет на свои места. Я понял, да. Вот. Значит, аккумулятор у вас находится под сиденьем. Я вам в комплекте идет еще зарядное устройство для аккумулятора, я его вам дам. Так. Вот это гнездо для зарядного устройства. Сюда воткнете и в розетку. А, понял. Вот. Значит, здесь у вас фары. Фары, здесь у вас переключение фар. И внизу сигналка. Пробуйте. Пройденный урок, как говорится. Так, и кнопка здесь. Да. Можете прокатиться, если хотите. Да ладно, я не буду, а то сейчас на шлюпку, она потом расстроится, скажет, тот сидел уже. Подарок все. Ясненько. Вот. Сейчас еще подождите. Это ваш комплект ключей. Да, это ваше зарядное устройство. Так, квадроцикл. Да, но она, конечно, в восторге, это очень красивый класс вообще. Это даже вот на фотографии этого не передает, вот как это увидишь. Это реально. Ну да, вот это что верно, то верно. Да, вот вообще он даже. К нему же, ну и там же гарантийный талон. Положить, да? Не, не закроется. Не закроется. Стукцы домой. Лучше домой почитаете. Ладненько, все тогда, катайтесь на здоровье. Спасибо вам большое. Да, хорошо. Да, в самом деле. Вот, и тогда уже закажете там экипировку, там тоже все есть, и есть и защита спины черепаха, есть защита рук-ног, шлема, все это отлично. Наличие. Ладно, хорошо, ну спасибо. Все, до свидания. Доброго.